Иван Степ не нравится светлая бутылка, которая стоит как дура. Отвлекает от творческих мыслей, нет позитива и вообще неправильная. А это все, что вам не нравится? Не? Больше ничего? Там тапочки не жмут? Все нормально? Юзер траливали, пьянящий аромат лаванды, замысел великолепен. Замысел, да? Только поясните, а исполнение не очень. Только поясните, пожалуйста, вы специально не писали фигуру, придерживаясь, разделяя по тону на большой свет и большую тень. Ну, есть как бы холодная часть, действительно, да, она так в полутени, да, и светлая часть, освещенная закатом на свету. Вот вся игра в этом. Вы постоянно говорите об тональных отношениях, а в фигуре девушки, если прищуриться, то явно видны, что рефлексы на левом плече, правом на правой груди, спине, правом предплечье, то есть все, что в теневой области, светлее, чем освещенные места. И что? А там работает температура цвета, холод, холод-тепло. Это вы так специально сделали с какой-то целью? Вы не считаете, что объем большой формы фигуры в этом случае сломается, или это не важно? Я работаю, я не чувствую, что что-то там ломается и что-то там неправильно, потому что я бы тогда не показывал вам. Если я показываю, то считаю, что все завершено. В моей системе как бы восприятия все гармонично. В области холода я строю форму, и в области тепла тоже форму. И их сочетания могут быть действительно кому-то там резать глаз, но вот меня не режет, извините. А что за музыка играет у вас в видео? В основном я использую треки Никиты Братуся. Никита Братусь, не знаю, склоняется, наверное, склоняется. Он сейчас уехал, мы дружны, в Германию. Прекрасный композитор, джаз, можете набрать Никита Братус, пишите по-английски, и наверняка что-то вам высветится. Вячеслав, вы не пробовали сделать подвесную палитру из того же материала, что и ваша переноска кассетник, то есть полистирол, да? Не будет ли он легче и дешевле? Или в этом варианте есть подводные камни, серьезные недостатки? Или это тот случай, когда игра не стоит свеч? Можно из полистирола сделать палитру для акварели, для гуаши, там банку, например, дырку сделать для того, чтобы банка с водой там ставилась. У меня такая идея была. Я сделал ее, ну, из фанеры. Она, в принципе, рабочая. Ну да, из полистирола. Ну вот так, чтобы для живописи маслом, мне кажется, это несерьезная идея. Единственное, что... почему? Ну, потому что надо закрывать, да, петли нужны, значит, если закрывать. Либо какие-то, ну, целые сложности уже, как закрывать, да, надо решить этот вопрос. В принципе, если можно, если сделать такую из полистирола, значит, ну, стол, да, столик, который вешается на треногу, то можно купить из пластика палитру, которую Mijello называется. Мне подарили ее, она во Франции продалась. По-моему, ее делают на Алиэкспресс, можно заказать. Она с такой резиновой, я часто о ней говорю, с резиновой прокладочкой. И она хорошо закрывается, вот что важно. И у нее там такие лоточки, ну, как это называется, дырочки, такие емкости, в которые насыпается гуашь, темпер, акварель, что хотите. И я думаю, можно попробовать насыпать масло. Я хочу попробовать. И тогда... стол из полистирола, это палитра, куда-то нужно будет класть кисти, но это тоже легко придумать, еще дополнительную штучку. Нужно, значит, опять же, мусорку придумать, как вешать, и придумать, как бумажное полотенце вешать. В принципе, это несложно. И идея хорошая. Если кто-то из вас сделает, ну, пришлите показать, покажите, как это получилось. У нас же есть телеграм-канал, где можно... послать, либо в WhatsApp мне пришлите, либо просто со всеми поделитесь и разработаем такую идею совместно. Дима 727, скажите, Крым и Прованс, есть ли отличие в цвете и свете, есть ли схожесть? Да во всем мире, и в Америке, и в Европе есть леса, есть деревья, есть трава, есть море, камни, и в принципе отличия небольшие.
Улыбок много у людей. Вот в этом отличие серьезные на лицах. Здороваются, например. Иду, там был такой концерт в городке маленьком. Приезжала прекраснейшая певица. И со мной здоровается первый полицейский. Здравствуйте. Я не представляю, чтобы полицейский в Москве со мной первый поздоровался. Ну, конечно, сейчас будут возражать мне и наброситься на меня те, кто патриотически любит больше угрюмость. Ну, хорошо, я принимаю. Лучше еще написать маленький этюд, чем переписывать то, что не получилось. Хорошо сказано, но что с этим, с теми делать, которые не получились? Да ничего не делать. А зачем надо что-то делать, например, с едой? Ну, вы, я не знаю, подгорела, у вас яичница. Ну, что с ней делать? Вот еще надо еще греть ее, что ли? По-другому ее... Уже все подгорело. Ну, выбросить ее, все. Оставлять так, как есть, не хочется. Так и получается, что вместо того, чтобы писать новое, заставляешь себя возвращаться и добивать старое. А иногда приходится и вовсе избавляться. Ну, и избавляйтесь. Вот проблема. Дорога долгая, прежде чем придет удовлетворенность и радость от творчества. Ну и что? Сама дорога, путь к любви – это тоже любовь. Натюрморт с самоваром, простите, но красный не вписывается в этот сиреневый золотистый колорит. Если яблоко было бы более холодным, с теплым светом, то было бы гармонично. Для вас, правильно? Марина Наочира. Для вас было бы гармонично. Ну, так и нужно писать. Для меня, как мне кажется, в научных кругах, когда человек держит речь, выступает, он говорит, как мне кажется. Я сейчас в таком состоянии сознания, что мне кажется, что это именно так. Но состояние меняется, и потом, глядишь, и что-то будет совершенно другое восприятие. Завтра же. Алиса Селезень. Чем простой сюжет отличается от китча? Ну, что значит сюжет? На картине, да, имеется в виду? Потому что мотив-то может быть совершенно простецкий, да? Или сложный. Но как это написано? Может быть написано по-учебному, там, так сказать, правильно. Вот прям тютелька в тютельку, я не знаю. Все тональные связи, отношения выстроены. Но как кто-то говорит, что вот нет изюминки. Вот не заходит, не вштыривает. Значит, что-то, если не вштыривает... Значит, надо что-то чем-то вштыривать, искать какой-то способ. Каждый по-своему ищет. И, кстати, многие пробуют открытые цвета, например. Я помню, одна женщина, очень хороший художник, блестящий, не буду называть имени, потому что вы наверняка ее знаете. Она просто, глядя на картины Бато, сказала, ну, это не живопись. Вы понимаете? То есть эксперименты человека, художника могут быть настолько многогранны, многоплановые, что для профессионала-живописца это может показаться не живописью. Вы представляете? Вот как это? Но ведь лучше, когда человек пробует и так, и так. Он же движется. Мне понравилась фраза Бато. Он говорил, стоял он большое, значит, ну, равнина такая, поле. Он говорит, нужно столько написать картин, чтобы все это поле было, все поле заслать работами. В жизни нужно столько написать. О, какой масштаб, какой темперамент. От китча, да, простой сюжет отличается. Китч. Что такое китч, друзья, подскажите. Ну, что-то такое игривое, крикливое такое, да, такое примитивное, да. Кому-то, наверное... И Ван Гог казался китчем, я не знаю, и Матисс, наверное. Я не знаю, что такое китч, что такое простой сюжет. У нас у каждого есть свое, выстроено, да, вот, выстроено свое ощущение гармонии. И очень часто на великолепнейшие работы, я просто слышал много раз, люди по-другому выстроены у них, да, они просто говорят, что это вот, ну никуда. Ну, по типу того, как помните историю про Раневскую, когда две дамы Сикстинскую капеллу Мадонна привезли, они сказали, что это мне это Мадонна не вштыривает, не вштыривает. А Раневская сказала, милочка, Мадонна за все время повидала столько
зритель, что уже сама вправе выбирать, кого вштыривать, кого, ну, на кого производить впечатление, на кого нет. User дыр-дыр-дыр. Хотелось бы увидеть в вашем исполнении работу в одном цвете, потому что вы часто говорите о главенстве тона. Очень интересно, один цвет и узнаваемая манера письма. Ну хорошо, я покажу вот эту работу. Это работа из курса, который сейчас идет еще. Он будет продолжаться немного больше месяца. Да нет, почти полтора месяца, даже больше. До конца сентября курс «Морской пейзаж». Вы можете в нем поучаствовать. Правда, скидки уже прошли. Так вот, одно задание в этом курсе. Я выполнял урок такой, да, там. Вы можете увидеть. Я выполнял гризалью черной и белой краской. Хорошо, вот эта работа. Это учебное задание. Она написана как учебная работа с тем, чтобы разобраться в тоне. Прошу отметиться в журнале, друзья, лайком, если нравится все, что здесь безумие это происходит. И задавайте вопросы, пожалуйста, комментируйте. После этого ролика я предлагаю еще одно кино посмотреть. «Мазня не нужна». Ну, пока.